Итак, ребят, всем привет. Вот сейчас сижу за компом, сделал себе чаек. Это зеленый чай из магазина Fix Price, который я уже показывал в покупках за 41 рубль. В принципе, неплохой такой чаек, мягкий, пьется нормально вообще. И достал вот такие вот конфеты у нас были. Вообще конфеты я не очень люблю, но сейчас что-то захотелось сладкого. Решил сделать обзор на эти конфеты. Это наши русские конфеты, называется «Путешествие великана». Ни разу еще не пробовал, так как они достаточно большие, такой формы, интересные. Как я понимаю, внутри у них вафля. Произведено у нас в Москве. Московские конфеты. Такой состав. Ну, конечно, состав ужасный. Тут какао, масло, все дешевое, все эти жирка. Ну, в общем, состав не очень хороший. Конфеты на самом деле дешевые. Вот, хотел бы попробовать. Сейчас я ее открою, эту конфету. Вообще, конфеты вот эти наши русские, да, с детства у меня какое-то выработали все конфеты. То есть у меня есть на них свое мнение, но вот эти русские конфеты, они все похожи. Вот, как видим, она с вафлей там внутри. Они все похожи, они все сладкие, все вот из этого вот шоколада, очень дешевого, очень невкусного какого-то деревянного. В то время как конфеты, допустим, какие-то заграничные, они более из классного шоколада, там шоколад действительно вкусный, какой-то молочный. Здесь вот такой вот какой-то, всегда он коричневый. В общем, давайте попробуем. Вот такая конфета. Но я был прав. Конфета с вафлей. Вафля какая-то. Какая-то мягкая. Размокшая как будто. Что сказать. Между вафлями тут такая прослойка, тоже шоколадная какая-то. Типичная русская конфета, да? Может, она еще такую, такие конфеты придумали в СССР, наверное. Я помню, я их в своем детстве ел, они были такие же на вкус. Тоже дешевый вот этот шоколад. Но в принципе, как сказать, то ли я к ним уже привык, то ли они действительно вкусные. В общем, не знаю, но вкус нормальный, сладкий. Вот эта вафля. Все-таки это вкусное, наверное, сочетание, да, поэтому они ничего нового не хотят придумывать. Вот эти вафельные конфеты и делают. Конфета большая, ей наесться можно. Достаточно сладкая. Они тупо клепают эти конфеты под разными марками, я считаю. Они все на один вкус. Возможно, там немножко меняют вот эту прослойку между вафлями. Различий никаких нет. Вот такая конфета. Если ставите ей оценку по 5-бальной шкале, я поставлю ей 4. Все-таки вкус неплохой, да? Но он уже поднадоел, и шоколад вот этот, он вообще невкусный. Так что, ребят, такие конфетки сегодня были на обзоре. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.